за этим пойдем. Получается, был паровозик. Последний был синяк. Ну вот, в упор, видишь? Попадание в упор. Ну, ладно, засчитали. Но все равно, я ожидал, будет как будет... Блин, что будет как с тем. Самолет разлетится. Отвалится там крыло, я не знаю. Хвост. Да вот, вообще пополам разорвало. Лавка сейчас меня материт, наверное, жесть. Как здесь можно промазать-то? Ну, вот видишь, если в хвост попасть, то хорошо заходит. А если в корпус крыло... Ну, может быть, так и должно быть. Давайте не будем сильно ругать этот снаряд и эту пушку. В целом, попадание критично.